Все, могу говорить. Слушаю. Ты при случае передай ему мою благодарность. Это не получится. Джеки погиб. Ау. Мои соболезнования. Он же погиб из-за меня? Нет. Его убили люди Арасаки. Вскоре после того, как мы тебя спасли. Джеки всегда делал вид, что он железный. Все ему по боку. Но на самом деле он был бы очень рад, что ты его помнишь. В общем... Его больше нет, но мы-то живы. Так что вернемся к делу. Мой модуль памяти у тебя? Сразу к делу? Ну да, нашла. И ты прикинь, где? В норе у мусорщиков. Сандра, ты чего? Да я просто... Мне рассказали, как все было, и теперь не могу отделаться от мыслей. Я догадывалась, что мой банк у них, но не могла же я сама пойти его возвращать. Пытаясь себе внушить, что этих людей больше нет, что опасность миновала. У тебя платиновый статус в травме. С этими ребятами не пропадешь. Блокировку сигнала у тебя наверняка уже сняли. Ну да, но кто знает, что мусорщики придумают в следующий раз. Ну ладно, надо жить дальше, у меня теперь другие заботы. Хочешь об этом поговорить? Да нет, я так. Доставь модуль памяти в мою квартиру, сейчас вышлю адрес. Спасибо. Сандра, это Ви. У меня твой модуль памяти. Сандра, ты здесь? Ты одна? Никого за собой не привела? Ну, как видишь. Входи. Не люблю, когда двери нараспашку. Ты до сих пор боишься мусорщиков? А мне говорили, что ты ничего не будешь помнить. Мусорщиков? Нет, я боюсь... Ладно, неважно. Где модуль памяти? Хорошо тут у тебя. Стильно. Спасибо.
Если ты боишься не мусорщиков, тогда кого? Я плачу тебе не за то, чтобы ты задавала лишние вопросы. Ну, ты сама об этом заговорила. И вообще, я тебе жизнь спасла. Могу и спросить? Тебе за это заплатили. Я была просто предметом заказа. Вот и не набивайся в друзья. Так что, где мой модуль памяти? Вот. Не волнуйся, в целости и сохранности. Когда меня просят не волноваться, это значит, от меня что-то пытаются скрыть. Скажи честно, ты посмотрела, что там внутри? Нет, у профессионалов принято дорожить репутацией. Хорошо. Тогда держи, за профессионализм. Добавила небольшой бонус за сохранность личных тайн. Спасибо. Увидимся. Thank you.
Алина лад богу салла. Я птанню. Наша звезда вечера. Здорово, Вик. Так, и что теперь? Ясное дело, что. Ха! Бой за чемпионский титул. Выйдешь против Кьюза Бритвы. Небось, знаешь такое? Вроде видела плакаты с его рожей. Какой-то боксер? Какой-то боксер. Совсем ты от жизни отстала. Я даже и не надеялся его здесь увидеть. Он же крутейший спортсмен. У него корпораты, спонсоры. Но его агент нам сказал, что это будет клевым пиар-ходом. Юс возвращается к истокам, потому что он все тот же простой парень с улицы. И что, у меня есть шанс? Хороший вопрос. Ты крутая, Ли. Очень крутая. Но этот парень, он прямо киборг. Углеродное волокно, титановые кости, гидравлические суставы. Работа лучших биомехаников Найт-Сити. Не знаю. Может, Виктор чего подскажет? Виктор здесь? Еще спрашиваешь. Он такое не пропустит. Но если уж совсем честно, шансов у тебя маловато. С другой стороны, может, оно и к лучшему. Если Бритва все равно победит, чего бы не заработать на его победе? Не, я пас. Эй, ты еще не знаешь, что я хочу предложить? Догадываюсь. Не интересует. Мне победа нужна. В поддавки не играю. Ладно, как скажешь. Так, ну что, вы готовы к бою? Только один раунд. Что? Один раунд, и хватит с тебя. Будешь мне ноги целовать и молить о пощаде. Так, ну что, начинаем? А вы, Цезарь, а тебе разве не нужно сейчас выбирать коляску? Рожаем завтра, время еще есть. Привет, Лосиха. Смотрю, ты не скучаешь. В следующий раз я тобой пол подотру. Увидишь. Проваливай, попрошайка! Блять, на каждом шагу уже. Ха-ха-ха.
Вик, ты что тут делаешь? В смысле? Пришел посмотреть на главный бой года? Весь город гудит. Так что ты не подведи меня давай. Кого я вижу? Самые крутые близнецы в городе. Как жизнь, парни? Я не близнецы! Я тут один! Короче, нормально у меня жизнь. Я готова. Отлично. Дамы и господа, жители Найт-Сити, начинаем наш долгожданный финал. Сегодня в бою сойдутся Пьюс Бритва и Ви! Не слышу вас! Ну, по своим углам! Ви, здорово. Как настроение перед боем? Так и хочется набить кому-то морду. Ха, хороший настрой — это уже половина победы. Только вот одним оптимизмом ты Бритву не победишь. Уж поверь мне на слово. Это как понять? Парень — настоящий танк. Реал скин из нановолокна, ударопоглотители. Его можно по башке молотом бить, он глазом не моргнет. Спасибо, успокоил. Да погоди ты, блядь, я не закончил. У него есть слабое место. Ему неделю назад меняли мышцы пресса, и они еще не до конца прижились. Попадешь туда, ему будет больно. Очень больно. Спасибо. Буду иметь в виду. Соперники готовы? Начинаем? Можно начинать! Да, начинаем. Пусть победит сильнейший! Поддых ему влови! Он уже еле держится! Еще пару ударов! Все, бой окончен! Победу и приз достаются Ви! Ви — новый чемпион! Думаешь, на этом все? Думаешь, я просто так тебя отпущу? Думаю, да. Если у тебя есть мозги и жизнь дорога. Это только начало. Мы с тобой еще встретимся. Через день, через год. Этот бой не последний. Ну, тогда до встречи. На тренировке не забивай. Да проиграл я! Чего непонятного? Так и знал. Меня может победить только лучший боец. В каком смысле они уходят? Все сразу? Да ты пиздишь! А я откуда знаю, что нам теперь делать? Ты, блядь, менеджер! Это твоя работа! Ну что, блестяще? У меня отличный тренер.
минуты не давать! Дело пахнет керосином. Перезаряжаюсь! Что за говёный день? Давай, детка. Клэр! Я под тачкой. Привет, Клэр. Неплохая игрушка. Вижу, ты разбираешься, и вкус у тебя хороший. Это зверь. Моя гордость. В холодильнике пиво будешь? Спасибо. Так что там за дело? Мне нужен пилот. Думаю, ты подойдешь. Пилот? А ты, значит, будешь за штурмана? Не совсем. На этой гонке в экипаже пилот и стрелок. Так ты хорошо стреляешь или плохо водишь? Я хорошо разбираюсь в моторах. И стрелять умею. Но раллист из меня никакой. А ты, как я понимаю, умеешь водить. Только скажи, что это не первая твоя гонка. Нет, не бойся, я много кругов намотала. А твой прежний пилот куда делся? Он погиб год назад в аварии. А, прости. Ладно, Клэр, я буду твоим пилотом. Короче, в гонке 4 этапа. Начинаем в центре. Потом этапы будут в Пустошах, в Сан-Доминго и финал в Уотсоне. А награда-то какая? Награду дают за первое место. Делим пополам. Устраивает? О, да, вполне. Раз уж я веду, может, поедем на моей машине? Она у тебя потянет. Дело не только в скорости. Тачка должна удар держать. Спокойно. Я же не на мыльнице езжу. Можем ехать на твоей, можем на моей. Как захочешь. Когда старт? Сначала надо пройти несколько отборочных гонок. А требования? Нужно взять призовое место минимум в 2 гонках. Встретимся в центре. Я тебе перешлю координаты. Услышишь рев прокачанных монстров, ты на месте. Увидимся. Thank you.
Ёбаный ишак, нахуй, сука. Служащих дронами 5 евро-долларов за минуту. Безопасность стоит больше. Будьте умны. Клэр, ты где? Я уже на месте. Отлично, подожди минуту, скоро буду. Хорошо, жду. Так, давай еще раз. На какой машине едем? На моей. Возражать не стану. Скоро буду. До встречи. Я кучу Эдди поставил на нашу победу. Проигрыш невозможен, ясно? Гляди-ка, Сэмпсон, свежее мясо. Вижу. Было бы неприятно продуть новичку. Да не смеши меня. На первом же повороте сойдет. Привет, Ви. Рада тебя видеть. Ну и как тебе? Я тебе изложу свои впечатления на финише, если живыми доедем. Эй, ты давай думай о победе. Да не ссы, уж как-нибудь справлюсь. Надо же, сколько тут корпоратов. Откуда ты знаешь? Сама была из их числа. Им необходимо как-то снимать стресс. Либо ты как-то спускаешь пар, либо инфаркт, к тебе едет травма-тим. Ну, инфаркт им тут вряд ли грозит, но травма, конечно, уже дежурит на подхвате. А если тут кого зашибешь, никаких последствий? Да полиции вообще насрать. Все трупы они потом просто спишут на уличные аварии. Пуля в голову — это тоже типа ДТП? Какие улицы, такие ДТП. Есть советы перед стартом? Ты знай, держи тапку на газу. А мое дело — отшивать любопытных. На этой гонке победу приносит скорость, а не огневая мощь. Окей, тормозить не буду. А, держи щепку. Зачем она? Маршрут тебе покажет. Без нее не будешь знать, куда ехать. Надо проехать через все контрольные точки, иначе дисквалификация. Если хочешь, можешь погулять, пока я в машине посижу. Когда старт? Вся инфа на щепке. Если кто-то хочет сойти!
Прекратите, поздняк, метаться! Пристегните ремни, помолитесь кто кому и готовьтесь глотать пыль! 3, 2, 1! Гляди в оба! Сзади, похоже, идут на таран! Ну, удачи им! Ты сомневалась? Долбануться! Первое место! Не то чтобы я сомневалась, но это же... Это первое место. Я уже уловила. Задержимся немного на финише, на всякий случай. Ладно. Ты каждый год участвуешь? Это 4-й раз. В самый первый мы выиграли. После такого нельзя бросить. Подсаживаешься. Нельзя или не хочется? А какая разница? Зачем тебе гонки? Из-за денег? Ради победы или славы? Уж очень ты серьезно к этому относишься. А ты не любишь побеждать? Зависит от того, какая награда и что на кону поставлено.
Да, цена может быть высока. Говоришь, ты потеряла пилота? Не будем об этом, ладно? Да, да, ладно. Подбросить тебя до гаража? Да, давай. Ну, поехали. Right, follow me.
В прошлом году Mortic Notches настигли обвинения в том, что в сравнении с конкурентами их импланты значительно быстрее вызывают киберпсихоз. Пиар-отдел и юристы швейцарского гиганта постарались быстро замять скандал. И автор статьи, журналист Франц К., был осужден и приговорен к 10 годам тюрьмы за клевету. И вот что я думаю. Mortic Notches ожидает небывалый расцвет в самом ближайшем будущем. Мои рекомендации — покупайте и ни о чем не думайте. Привет, Клэр. Что по следующей гонке? Сложная будет. По бездорожью и под пулями. Возьмем моего зверя. Хочу опробовать в поле. Круто. Если что, я уже на месте. Отлично. Скоро буду. Окей. До встречи. Рада тебя снова видеть. Ну что, очередная гонка? Вторая из четырех, я надеюсь. И бездорожью готова? Что-то болельщиков не дофига. Кто захочет торчать на жаре? Ну да. Скорость, безумие, симфония искореженного металла, скукота. Говоришь, не просто будет? Это пустоши, детка. Тут власти нет, и можно все. У тебя будет полно работы. У тебя тоже. Ошибешься, и будем как перекати-поле весом в 4 тонны. Я не ошибусь. Ладно, не хочу на солнце плавиться, подожду в машине. Давай. Ну что, мужики, максимум безумия? Я уж думал, ты опять меня кинешь. Когда пришлось... Дамы и господа, пристегните ремни, поправьте штанишки, прогревайте движки! Через 30 секунд стартуем! Эй, ты там! Эй! Ну, если я в следующий раз не смогу, в багажнике есть изолятор. На всякий случай. Да, что такое? Просто хотел удачи пожелать! Спасибо!
называется Ви-Иклер! Ви, мы молодцы, мы выиграли! Тяжко пришлось. Гони к финишной линии. А я не поверю, что я поставил на выигрыш. Какой нахуй короткий путь? По земле духов? Ты его там проебал? Что про меня скажешь? Сыночка. Неуверенно режешь повороты и оттормаживаешься на прямых. Это так, придирки. Еще не жалеешь, что пустила меня за руль? Пока нет. Прежний твой пилот был лучше, чем я? Был. Он был прекрасным мужем и отличным рулевым. Извини за вопрос, но как он погиб? Ну а как вообще гибнут гонщики? В прошлом году мы дошли до финала, хорошо шли, впереди всех. А потом... Давай сейчас не будем об этом. Да. Подвезти до моего гаража? Давай, спасибо. Ну, поехали. Thank you.